Я вас приветствую. В последней записи ничего не изменилось, кроме того, что я выбил щит себе черного рыцаря. Так это выглядит. У него очень хорошие параметры для средних щитов. Вот, и без него, в общем-то, тяжко. С боссом особенно биться. Особенно с последним. Ну ладно, это уже спойлер. Вот. Я его улучшил до плюс 2, он мерцающим улучшается. И меч до плюс 6 большими осколками. Ну, пока выбивал щит на фарме. Кроме того, я уровень поднял на единичку. Стойкость поднял. Вот. А еще я нашел два. Так, что же я нашел-то? А, вот, пиромантию изолитой. Пиромантию Квилан. Но они там все лежат в кучке примерно. В одной локации их найти несложно. Вот. В любом случае, ни то, ни другое нашему пироманту не нась. Сейчас я пойду и поспрашиваю его, но он не возьмет. Ладно, продолжаем. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. Ah, what have we here? A pyromancy tome from Izalith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant! I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Ah, what have we here? By the gods. This inscription reads, Quel'Ana, the ancient deity, one of the witches of Izalith, the last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after, but I regret to say, I cannot accept this. Quel'Ana's pyromancies are for witches, and must be learned from a mistress. If only I were a woman. Huh. Well, I've never seen anything like this. This inscription. Fascinating. On this... I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the great swamp. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Heed my words and fear the home of Pyrom, undoubtedly. But who's to say? Do not be gone for long. What? Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil?
Ashen One, bring me Umbral with Ash. Is it not? Gracious. Passing fine, I let this Ash. I only hope the... Вот если пойти вниз, там сидят, как они уж, хвостатые ящерицы, которые проклятие
проклинают. А, у поглазого. Я хотел показать, где, как добраться до предмета, который лежит в комнате с этими лупоглазами. В итоге меня прокляли. Ладно, попробуем еще раз.
Короче, вот здесь вот, перед этой крысой, здесь есть потайная стена. За ней стоит сундук. В сундуке лежит... не помню, что. Что-то неважное. Ну... Что-то... Чешуя, по-моему, титанитовая. И вот здесь вот, если спрыгнуть, то здесь лежал посох, по-моему, чей-то. Все, а если дальше пробежать, то мы сейчас попадем к черному еще к одному черному рыцарю, ну и дальше. Короче, побежали дальше. Блин, заманали.
той лаве дальше лежит не то посох, не то колокольчик, не то... Еще такая магическая фигня, короче, она мне без надобности вообще. Поэтому я туда больше не пойду.
А вот эта хрень, которая по нам стреляла. Это грандиозно. Вот здесь вообще-то шорткат в другую, ну, это, проход дальше, но
нужно, чтобы вот этот трехзарядный гигантский арбалет выстрелил и пробил. Похоже так, потому что... Просто так не спустишься. Ну, не особо надо, в общем-то. Вот здесь, возможно, тоже, но я не проверял. Потому что выглядит так, как будто туда можно пройти. Если разбить эту стену. Но, наверное, тоже арбалет должен попасть. Хм. Там тут что-то лежит. Интересно. Ashen One, Bish. Oh. Goodbye. Oh, this place is a bore. You can keep them as... You can have... Goodbye. And... Knowest thou of that split core? And so then thy...
Эй, парень, все кончилось уже. Босс на самом деле беспонтовый. Ну да, демон, ну огненный. Вот хреначит огнем и только успевай лечиться. Поэтому я даже заморачиваться не стал. Вызываешь фантома и просто лупишь его изо всей дури. Ну, он просто не заслуживает того, чтобы с ним один на один сражались. Неинтересный вообще. То есть защита от огня и все, собственно. Больше ничего не надо. В одного его тоже достаточно просто пройти. Надо только прям рядышком с ним держаться и все. Ну, я решил попробовать с фантомом. С фантомом, как видите, тоже просто. Достаточно. Даже Эстус остался. Половина. Так что так как-то. Knowest thou that answer the heart? Ashen Mutmul. Wilkes, very well, the tape. Farewell, Ashen One.